Привет, дорогие друзья, и в сегодняшнем подкасте я хочу затронуть достаточно сложную тему, и это поиск квартиры в аренду с животными в Таллине. Обсудим важные моменты и дам некоторые хорошие рекомендации по этой теме. Я думаю, стоит начать с того, что немногие арендодатели согласятся сдавать свою квартиру или дом жильцам с животными, ну и тем более с экзотическими животными. Поэтому, подыскивая варианты для аренды, вы точно столкнетесь с проблемами. Вряд ли сможете найти жилье в приличном состоянии, а уж тем более на адекватных условиях. Предложения, конечно, будут, но большинство хозяев относятся весьма скептически, если вы, допустим, хотите проживать с игуаной или вообще с питоном. Но вот намного терпимее хозяева относятся к небольшим домашним животным. Но и в этом случае гарантий тоже, к сожалению, нет, и, возможно, придется уговаривать своих арендодателей. А вот у кого животные находятся в клетке или в аквариумах, найти арендодателя немножечко проще. Ваши шансы, если вы собираетесь проживать с небольшими комнатными собаками, тоже в разы увеличиваются. Например, у владельцев чихуахуа, китайских хохлатых, шансов найти жилье на аренду намного выше, чем у тех, кто имеет более крупные породы собак. Ну, я думаю, это тоже понятно. Никто не хочет, чтобы огромная собака бегала по дому, мешала соседям и, в общем, прочее. Что же касается хозяев кошек. Казалось бы, маленькие животные, но здесь есть свои проблемы. К сожалению, немногие арендодатели хотят сдавать жилье владельцам кошек. Тут весьма много нюансов. Дело в том, что кошачьи испражнения имеют весьма едкий запах, поэтому риск, что жилье пропахнет животным, намного выше. Кроме того, мы часто слышим, что кошки портят мебель, поэтому арендодатели точно будут против. Какие же варианты снятия квартиры с животным все-таки есть? Во-первых, я рекомендую обязательно подумать о кастрации домашнего животного. Да, может быть, кто-то и не хотел этого делать, но многие арендодатели смотрят на это, и шансы, соответственно, у вас увеличиваются. Теперь, я думаю, стоит упомянуть, каких арендаторов хозяева боятся больше всего. Для потенциальных клиентов, у которых крупные собаки агрессивных пород, рептилии, пауки и другая живность, существует большая вероятность того, что снять квартиру станет намного проблематичней. Существует большая вероятность того, что снять квартиру станет большой проблематичностью. Тут все очень просто. Арендодаторы, как бы они ни любили животных, они не согласятся сдать вам жилье, потому что есть вероятность порчи имущества и опасности для жизни других жильцов. А ведь пауки могут разбежаться, а собаки проявлять агрессивный нрав. Но все же отчаиваться не стоит. Если вы ищете жилье для проживания с питомцем, могу сказать, что всегда есть шанс, что вы понравитесь хозяину квартиры, и он будет благоушно к вам настроен и согласится на подобные условия сдачи. Кроме этого, хочется затронуть вопрос о снятии жилья, если вы профессионально занимаетесь разведением животных. Тут, я думаю, тоже все очевидно. Сразу предупрежу, что снять квартиру для разведения животных вообще нереально. Ни один, даже самый лояльный хозяин, не готов сдать жилье при условии пополнения у ваших питомцев. Еще могу добавить относительно такого вопроса, как если животное не кастрировано или не стерилизовано. Так вот, ответственность прежде всего на том, кто будет снимать жилье на длительный срок. Если для хозяина жилья вопрос о кастрации животного принципиальный, то ему стоит решать самостоятельно, или соглашаться лишать детородной функции питомца, или искать другой вариант квартиры. Ну и конечно же вы спросите, что же делать, если животных имеется больше одного? Снять жилье, имея несколько питомцев, как вы понимаете, намного сложнее. Хоть многие хозяева квартир относятся к этому отрицательно, но и тут существует несколько положительных вариантов. Во-первых, люди, имеющие животных, часто настроены на длительный срок проживания, что дает хозяину гарантию стабильной оплаты на долгое время. Во-вторых, те, кто снимает жилье с питомцами, обычно не торгуются, прекрасно понимая, что найти подходящий вариант весьма непросто. Поэтому для хозяев подобные квартиранты достаточно выгодны. Ну и конечно, говорить о наличии животных стоит сразу, а не после знакомства с арендодателем. Также стоит рассматривать вариант того, что некоторые животные можно взять с собой навстречу. Это позволит хозяину жилья увидеть животное и высказать свое мнение. На этом у меня все. Думаю, вы узнали много интересного. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!